Осудительный человек. Спасибо большое за донат. Дио. Блин, в итоге я и то записал, но как будто ладно. Не слышал эту песню, честно. Но Дио супер круто поет, его в кайф послушать в любом случае. Даже если там сам материал не зайдет. На что поменять? Подпишись, осудительный человек. Да никого я не ненавижу, я всех люблю. Чё ты гонишь-то? Давайте не ссориться. Тут не то, что я, просто в целом еще. Меня легко, скажем, разозлить, но, наверное, обидеть как-то сложно. Но это не призыв к действию, ребят, не надо, пожалуйста. Я стараюсь не обижаться, вот я о чем говорю. Просто я при этом еще стараюсь сильно не провоцировать агрессию. Идеологические какие-то такие вещи появились в башне. Одни фотографии уходят по пути развития в коммерцию, другие... Ну, конечно, есть хиты, есть искусство. Есть хитовое искусство. Это вообще самое нереальное. Ну, типа, такой простой, нормально качественный инструментал, крутой вокал. Про этот трек можно сказать. Дио в кайф послушать просто потому, что у него отличный голос. Не знаю, добавил бы ли, наверное, нет. Давайте попробуем сделать опять же псевдо-хай-фай. Улыбочку, чат. Да, ремастер надо сделать. Что на новых устройствах прям кайфовать, слушать это. Ну, типа, на, да, да, да. Не знаю, там на телеках, может, у кого и хуже станет. Видно еще что-то. Так вот, современных устройствах что-то. Ну что, так послушать или с псевдо хай-фаем все-таки? Не знаю, так пока давайте послушаем. Дженрик хэви метал, но опять же Дио настолько вывозит, что кайф. Ну, короче, норм или дженрик хэви метал? Так это, ну, норм, дженрик хэви метал. Норма это и есть обычный. То есть норм и дженрик это же, в общем-то, синонимы. Генерик, давай-ка посмотрим. Общий, универсальный, ну, то есть, такой.
typical, normal. Вот, но еще раз, то есть, как бы, ну, бывает, что просто есть в песне просто обычно нормально сделанный что-то одно, что ее, ну, как бы, гораздо выше поднимает. Вот, все остальное, ну, типа, гитаристы просто, ну, это не то, что тоже просто, да, здесь, как бы, извините. Барабаны, гитары, здесь все как бы, здесь в порядке все, но здесь просто нет ничего такого прямо удивительного, незаурядного, да. Кайф слушать. Здесь общая атмосфера трека. Это Dio, блин, ну это и есть Dio проект. Здесь как бы он в центре, а остальное, ну, такое условное. Ну, нормально, типа... Я не знаю, вот Holy Diver слушаю, так, честно, остальное как-то... Ну, типа, Dio респект, но в целом не заходит. Именно так послушать в плеерчанском как-то, не знаю. Спасибо большое.